Всем на моем канале, рада вас здесь видеть. И сегодня я буду делать трехцветное творожное желе, праздничное. И приступим. У меня творожная масса с магазина готовая, такой кремообразный мягкий сыр. Это, но он не сладкий, это обычный творог. Я использую где-то 100 грамм такого сыра. И дам обыкновенного творога тоже. Грамм 150. Добавляю стакан сметаны. И это все хорошо вымешиваем. Если творог крупнозернистый, я использую вот эту штуку для картофеля. Она очень здорово справляется с такой задачей. Так, теперь добавляю 100 грамм сахара. У меня творог был не сладкий. И теперь уже можно вымешать хорошенько это все ложкой. В общей сложности 300 грамм сметаны я использую и 300 грамм творога. Желатин я всегда использую по инструкции, только всегда использую чуть-чуть меньше воды. На пакетике написано, что надо содержимое пакета всыпать в горячую воду. Я это и делаю. Он у меня быстрорастворимый. Помешиваю, растворяю до однородного состояния. И теперь я в творожную массу отправляю растворившийся желатин. И уже он подостыл чуть-чуть. Теперь я массу разделю на три части. Мне нужна буквально чайная ложечка свекольного сока. Чтобы выжать сок, я использую обыкновенную марлечку. Положу туда натертую свеклу. И выжму. И вот самый натуральный и естественный краситель у нас готов. К одной части я добавляю свекольный сок. Сейчас буду смотреть цвет. Ко второй части добавлю какао. А третью оставлю белую. У меня есть такая вот силиконовая формочка праздничная, и сейчас я в нее первым слоем буду ложить розовый слой. Поскольку диаметр моих формочек маленький, я буду пользоваться чайной ложкой. Я где-то по сантиметру толщиной выкладываю массу в форму. И еще один вариант подачи я сделаю в бокалы для мартини, чтобы был сверху розовый слой, поэтому в бокалы я снизу положу коричневый слой. Такая масса очень быстро застывает, поэтому я свою форму уже с наложенным первым слоем отправила в морозилку на пару минут. И теперь сразу же вложу второй слой. И наполняю все свои формочки. Так как сами силиконовые формочки у меня небольшие, поэтому я сюда даю только два слоя. И все, теперь отправляем на ночь в холодильник и с утра будем наслаждаться вкусным десертом. И ту же самую операцию проделываем с бокалом.
Оно уже начало схватываться, уже держится. И также сразу же отправляю сюда же розовый слой. Интересный слоеный десерт у нас получился в бокале. Вот такой творожной десерт мы приготовили к праздничному столу. Угощайтесь, подписывайтесь на новые видео. Всем пока!